Добрый день, уважаемые подписчики канала «Про цветок». С вами Ольга Дуброва, и сегодня мы с вами посадим клематис. Сейчас весна, и прежде чем заняться посадкой клематиса, вы наверняка должны были определиться с выбором сорта. Потому что в зависимости от того, в какой местности вы проживаете, какая у вас температура почвы, как долго она сохраняется холодной, как рано наступает осень, зависит и выбор клематисов. Я бы порекомендовала сначала заняться теми клематисами, которые цветут на побегах текущего года. То есть те, которые мы осенью будем обрезать. Хорошо себя зарекомендовали сорта из таких серий, как Жакмана, Витицелла, Интегрифолия. Это очень надежные виды, и на основе их выведены очень хорошие сорта. Снова же, надо определиться с тем, какие будут по срокам цветения. Я бы порекомендовала, чтобы все-таки любоваться цветением как можно дольше, и наверняка выбирать сорта ранние и среднеранние. Затем, конечно, когда вы набьете руку, посадите штук 100, и у вас уже будет опыт, вы тогда уже обзаведетесь совершенно различными клематисами из разных садовых групп и разных сроков цветения, которые цветут как на побегах прошлого года, так и на текущего года. Еще мы не приступаем к посадке. Еще мы должны подумать, в каком месте мы посадим наше приобретение. Место должно быть все-таки солнечное. Иногда в переводах с европейских сайтов пишут о том, что на солнце они очень выгорают. Выгорают, их корневая система в том числе очень страдает от солнца. Но я считаю, что для Беларуси и любой средней полосы это нам не грозит. Поэтому место солнечное. Единственное, что место не должно быть продуваемое, не должно быть место замокаемое. Должны знать наверняка, что на вашем участке, там, где вы хотите посадить клематисы, грунтовые воды залегают не выше, чем 1,20 м, не выше. Иначе клематис будет страдать от вымокания. Ну и клематису, как и всяким другим растениям, страшны весеннее замокание, когда там с крыши сваливается снег и долго лежит, либо низкое место, и там будет долго застаиваться вода, а снизу еще какой-то подпирающий, подстилающий горизонт. И тогда, конечно, он может и будет расти, но успешного цветения не будет. Точно как успешного цветения, которое раскроет во всей красе выбранный вами клематис, не будет и в тени. Да, расти он будет, будет давать цветочки, но красоты особой вы не дождетесь. Определились мы со всем этим. Теперь мы определяемся, когда мы будем сажать. Ведущие специалисты по клематисам Беларуси говорят о том, что лучшая посадка – это весна. Ну, давайте на этом и остановимся. Хотя можно заметить, что чем южнее, там теплее, и почва больше прогревается, и наступает осень позже. Поэтому большой беды не будет, если у вас не получилось весной посадить клематис где-нибудь в сентябре и даже в начале октября месяца. Ну и в средних широтах тоже можно так поступить. Где-то в конце августа, в начале сентября посадить клематис. А то, что касается клематиса в контейнерах, то здесь уже сажайте, когда хотите. Ну, только, конечно, не зимой. Начинаем сажать клематис. Выбрали материал. Какой он должен быть? Если мы сажаем весной, покупаем материал, мы должны, очевидно, наблюдать, что из горшочка торчит, по крайней мере, один хорошо сформированный побег. И там видны какие-то почечки. Это уже будет залог успеха. Если осенняя посадка и уже обрезаны, то на поверхности должны наблюдаться хорошо развитые почки, возобновления. Сейчас весна, и мне надо пересадить клематисы. Будем это делать вместе с вами. Конечно, заранее я подготовила такую яму. Подготовленная правильно яма – это залог успеха цветения вашего клематиса. Туда мы вносим, записывайте рецепт. Значит, яма 60 на 60 на 60, будет она у вас круглая или квадратная, это уже дело вашего дизайна. Туда мы насыпали ведро песка, ведро компоста, либо перепревшего навоза, ведро торфа. Затем мы насыпали 100 грамм суперфосфата, 200 грамм любого комплексного удобрения. Как-то вот не упоминают
Вообще, когда говорят об удобрении почвы и повышении ее плодородия, не говорят про костную муку. Костная, либо роговая, либо другая какая-то мука из таких органических материалов переработки – это очень важный компонент. Поэтому туда мы добавляем еще 200 грамм костной муки и 200 грамм, собственно, обычной извести либо мела. Ну и приступаем к посадке. Это у меня видовой клематис. Он уже очень сильно пророс, поэтому мне пришлось подрезать немножко корешки. Но это не беда, это всасывающие корни, они заново отрастут. И вот обратите внимание, какая у него здесь хорошо развитая система. Этому экземпляру уже 3 года, поэтому он такой хорошо сформированный. Я его тревожить сейчас не буду, пусть он так сохраняется. Но если вот так вот плотно оплетен горшок, это очень хорошо, как и со всякими другими растениями, когда мы их покупаем в контейнере. А не так, что он пересажен за неделю до продажи, и все болтыхается, все осыпается и подсыхает при неправильном уходе на питомнике либо в садовом центре. Давайте посмотрим другой экземпляр. Это сортовой клематис. Здесь, видите, он уже тоже пророс своими корешками, поэтому горшка мне не жалко, а корней жалко. И я буду разрезать горшок с тем, чтобы извлечь лишний раз, не травмируя корни. Так, видим, что корневая система у него мочковатая. Расправляем. Не бойтесь, что мы что-то повредим. Делаем такие вот надрезы, чтобы корни расправились и задышали, и было более вольготно образовываться новым всасывающим корешочком. Если растение мощное, крупное, мы пересаживаем, допустим, с одного места на другое, уже растение, которое у нас растет определенное время лет, то мы заглубляем на сантиметров 12-18. Ну, это вот будет, если 12-18, с моей рукой это будет раз, и туда еще раз два. Вот столько. Этот экземпляр молодой, поэтому мы его заглубим примерно на 8-10 сантиметров. Кучка немножко великоватая, я убираю. Делаю такой конус. Расправляю, расправляю. И располагаю на этом холмике многочисленные мочковатые корни. Расположила. Теперь мы хорошенько присыпаем и зажимаем наши корни для того, чтобы все прилегало. Засыпали. Это такое возвышение. Теперь нашей плодородной землей мы присыпем, но при этом мы оставим точку роста свободную от земли. Иногда получается так, что сильно заглубленный клематис плохо себя чувствует, вымокает. И вот мы оставляем такую лунку. Для чего мы оставили канавку? Для того, чтобы в дальнейшем, по мере роста клематиса, у нас была возможность подсыпать, подсыпать и подсыпать, для того, чтобы центр кущения всегда находился в почве, потому что от центра кущения, который расположен в верхней части, зависит количество цветения, количество цветков и количество побегов. Если сильно заглубить центр кущения или наоборот посадить его слишком высоко, то этого не будет происходить, будет расти 1, 2, 3 побега, и на этом все. К этой вот процедуре будьте внимательны, потому что клематисы очень чувствительны. Ну, конечно же, как всегда, мы проливаем. Проливаем обильно. Клематис вообще любит поливы, но поливы любит редкие, но достаточно обильные. Что касается кислотности почвы, то это тоже очень важный момент. Потому что если не брать во внимание кислотность, мы можем впустую его подкармливать, и мы не достигнем того успеха, который мы ожидаем.
сверху после того, как мы полили, мульчируем, чтобы дольше сохранялась влага, не росли сорняки. Ну и снова, вдруг будет жаркое лето и растет на очень солнечном, спокойном месте, чтобы не происходило подгорание корней. Если растение взрослое растет у вас, то все последующие подкормки надо проводить крайне осторожно, особенно в зоне корней, потому что, как вы видели, корневая система мочковатая, такая многочисленная. И если мы будем рассыпать удобрения поверху и тяпкой вот в зоне корней работать, то есть вероятность повредить корешки, которые и так очень долго нарастают. Вот центр кущения, он работает сначала 1-2 года, и кажется, что вот что-то наш клематис замер и нет успеха, а на самом деле в это время вот он набирает там силу, а потом он уже вам выдаст так выдаст, и будете только радоваться и успевать фотографировать свои растения. Ну, что еще касается кислотности почвы, то почва должна быть либо слабо щелочной, либо в сторону немножко слабокислой, но все-таки больше к нейтральной кислотности почвы. Потому что, когда мы вносим наши удобрения, иногда вносим то, что попадается под руку. Что попадается под руку? Селитра, суперфосфат, сульфат аммония, ну и всякие такие дела, которые подкисляют почву. Они физиологически кислые удобрения. И если наша почва имеет кислую реакцию почвенной среды, то оно будет все кислее и кислее. Клематис тоже перестанет расти и продуцировать большое количество цветков. Поэтому вот такой заправки, как мы сделали, ее хватит, в принципе, на год-два. Мы можем подкармливать весенний период, на следующий год подкормить, например, мочевиной, либо комплексным удобрением, примерно 30-40 грамм любого комплексного удобрения на 10 литров воды, и все-таки осуществлять полив. Клематис также любит органические подкормки, любые. Ну уж смешать, забродить в баке каком-нибудь вы сможете, там траву, одуванчики, крапиву. Если добавите туда еще ведро навоза, и все это там забурлит, через недельку вы все это там мешаете, разливаете и будете чередовать, ну это уже в дальнейшем, будете чередовать органические подкормки и минеральные. И для того, чтобы все-таки наши удобрения доходили до корней, а затем и до листьев, поднимались выше, весенний период, следующей весной, вы сделаете такое известковое молоко, то есть на ведро воды 200 грамм мела, разбалтываете и проливаете. Это будет как бы такой вот помощью в каких-то ваших, может быть, ошибках, когда посыпаем тем удобрением, которое есть, и не знаем наверняка, какая кислотность почвы. Вряд ли вы будете сажать на солончаке, где явно щелочная реакция среды. Поэтому, мне кажется, вот такие простые мероприятия помогут вашему клематису и будут радовать вас еще много-много лет. Успехов вам! Подписывайтесь на наш канал, ставьте там лайки, пишите комментарии. До новых встреч!